Досуг для детей – веселый и полезный. В Иванове стартовал проект «Почитай мне сказку». Несколько месяцев назад он дебютировал в столице, в детском магазине на Лубянке. Добрую традицию чтения вслух возрождает Наталья Золотарева. Она уверена, что через сказки проще донести до ребят истинные ценности и правила поведения. Этот проект про тепло, про душевность, про доброту и про сказки. Ведь именно сказки воображении наших детей генерируют образы и стимулируют развитие творческого потенциала. Проект, отмечают организаторы, бесплатный для всех. Первое в городе чтение посетили больше 20 юных слушателей. В планах читать сказки каждую неделю по субботам. Не только русских, но и зарубежных авторов. Найти рассказчиков оказалось легко. Сегодня за книгой известный в Иванове дед Архимед. Читает произведение Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о золотом петушке». Прочитать сказку детям может любой желающий. Заявки подали уже несколько человек. Это известные в городе люди и простые студенты. Главное – заинтересовать маленьких слушателей читать с выражением. Я прекрасно понимаю, чем сейчас страстно увлечены дети. Я хочу расширить их пространство хоть чуть-чуть и вернуть их в свое, возможно, детство. То есть, когда мы все читали сказки, воображали, мечтали, ждали субботы, когда сказочная бабушка раскроет свои дверцы и расскажут нам новую сказку. Прежде чем приступить к чтению, перед ребятами выступают аниматоры. Правда, не для того, чтобы развеселить, а чтобы успокоить детей. Во время чтения следует сидеть тихо, внимательно слушать рассказчика и не мешать другим. Мы выбрали этот проект, потому что наша миссия – нести детям сказку. Через праздник мы несем детям сказку. Мы поддерживаем веру в сказку и стараемся сделать так, чтобы наши герои были максимально правдоподобными и несли свою историю до конца. После чтения услышанное обсуждают, размышляют над поведением персонажей. Чтобы чадо познавало мир не только через гаджеты и интернет, организаторы приглашают всех присоединиться к проекту и погрузиться в увлекательный мир старых добрых сказок. Максим Серебряков, Михаил Кенгуров, РТВ, Иваново.